Алло. Да. Да-да, это Телеграм мысли в чашке. Да, все верно. У нас в Телеграм-канале два человека могут выиграть рандомно по одной чашке от компании Big Max и Душа. Привет. Это Дава Дым. И сегодня мы поговорим про чашки Альф и Локи от компании Душа и, соответственно, Big Max. Но эти две чашки ты можешь прямо сейчас уже выиграть в моем телеграм-канале. Просто переходи по ссылочке в описании, нажимай на кнопочку «Участвовать», и два человека рандомно получат по этой чашке. Продолжаем урбанистические выпуски вот в таком вот прекрасном закуточке Ростова-на-Дону. И сегодня, как ты уже понял по названию, у нас есть две интересные чашки. Локи от компании Душа. И, конечно же, Big Max Альфа. Почему вроде бы эти две абсолютно разные чашки в одном выпуске и что в них общего? А общего в них в том, что Локи для компании Души делает Big Max. И, возможно, можно было считать это коллаборацией. А вот Альф от компании Big Max связан тоже с брендом Душа и Сашей Ноахули, потому что именно дизайн упаковки и название придумал Саша Ноахули. А теперь давайте посмотрим, что же внутри этих двух чашек, и просто поговорим о них, потому что на этой и на этой чашечке я уже с удовольствием покурил и готов вам рассказать интересные вещи. Я думаю, просто можно называть ее Альф, чтобы как-то не трактовать и не пытаться нацелить это на то, что чашка хоть как-то связана с компанией Альфа Хука. Поэтому я ее уже нечаянненько, еще как полторы-две недели назад, спалил в своих историях, спокойно на ней курю, спокойно ее забиваю. И мне пишут: «Дава, блять, мы еще ее не дропнули, не релизнули, и вообще о ней никто не должен знать». Я, конечно же, ничего удалять уже не стал, благо никто сильно не обратил на это внимание. Чашка и чашка. Что у нее из особенностей и почему она называется Альфа? Блять, сука. Что же в ней особенного и почему она называется Альф? А в том, что вот эта вот часть на самом деле очень похожа на Альфа из всеми любимого старого сериала детей 90-х, 80-х. Кто не смотрел, я вам не завидую. Что еще интересного? Это внутренняя вот такая визуализация чашки. На самом деле очень удобная. Здесь есть такая, знаете, некая концепция чашки Pizza King, которые я очень люблю, которые у меня стоят в саду, и на них просто замечательно работается. Ну и, конечно же, такая минималистичная, прикольная расцветочка. Чашечка выполнена прикольно, хорошо и, самое главное, интересно. Это такой, знаете, типа Vortex Funnel'а, пятидыры, какой-то монстрик. Курица нихуёво. Оу-оу-оу, а это у нас чашка Локи от компании Душа с всякими иероглифами, кельтами и, конечно же, фирменным знаком компании Души. Чашечка у нас выполнена в таком классическом стиле, а больше что-то похоже на турочку, но при этом имеет не такую большую глубину и, соответственно, не такой большой расход. На самом деле это не так. Полость у чашки, возможно, не глубокая, но ее скосы очень-очень плавные, поэтому сюда спокойно залазит 20 грамм табака. Прям вот за лихвой. Чашка выглядит очень мощно, она тяжелая, она стильная, и самое главное, что это чашка компании Души, сделанная по спецзаказу компании Big Max. И это охуенно, скажу я вам. Зная весь опыт, так сказать, держания у себя продукции Душа, и когда ты ее показываешь в Инстаграме, на следующий день тебе долбятся все европейцы
и предлагая огромные деньги за эту продукцию. Из последних мне предлагали за бокс компании «Души» именно 7 грехов табака, а именно тот самый гроб, 2000 евро. Соответственно, я согласился. Что касается чашки, то мне кажется, этих чашек ждет та же участь, когда Локи прекратит свое, грубо говоря, производство массовое, и европейцы будут стучаться всем, у кого есть чашки, говорить: продайте нам эти чашки. Эй, я ведь так все красиво расписал, но тебе ведь интересно, как же все это курится? На самом деле, ничего суперкрутого, ничего суперспецифичного в курении этих двух чашек нет. Две чашки абсолютно комфортные для курения, они толстостенные, они хорошо держат жар и, в принципе, максимально универсальные. Поэтому, если ты хочешь просто покурить любой табак, то что Локи, что Альф идеально для этого подойдут. Это максимально простые в работе чашки, но максимально охуенные. По поводу души, соответственно, обращаться в душу, а по поводу чашки Альф, соответственно, либо в Биг Макс, либо в ближайшие магазины, но есть самый простой вариант с бесплатной доставкой, это Озон. Ссылочку на чашечки я оставлю в описании, но ты можешь выиграть и чашку Альф, и чашку Локи у меня в телеграм-канале. Как просто заныривай в описание, там есть ссылочка, которую я заранее оставил. И ты выиграешь очень-очень просто. Поэтому это был Дава Дым, это Ростовский Урбан, чашки Локи и чашка Альф от компании Биг Макс. Пока.